Ну, готовились очень серьезно. Было время подготовиться за хорошую команду. Мы знали, что здесь не просто играть. Такая у нас ситуация была, все было еще неизвестно сегодня. И практически математически, да, остались. Нам очень важные очки. По игре могу сказать, что первый тайм был, могу сказать, ровный. Было моменты у нас тоже и на САФа, не знаю, сейчас явных. Но все равно первый тайм я доволен. Второй тайм, конечно, давление большое. Но играли на результат. Ждали наш шанс из контратаки один раз. Появилась ситуация, но не смогли реализовать. В принципе, на САФ дал давление, задушил нас, но могли до конца справиться. Все знали, что надо играть через «не могу». И могу поздравить своих футболистов с очком и с хорошим результатом. На САФ что не хватило? Ну, я думаю, уже на САФ выполнил задачу. Практически второе место занял и будет играть Лигу чемпионов. Каждого года чуть-чуть не хватает, чтобы выиграли чемпионство. Я чуть-чуть на САФске остался. Но дай Бог, придет время, когда и на САФ станет чемпионом. Когда вы на САФ играли, тоже чемпионство что-то не хватило, да? Ну, не знаю сейчас точно, как, просто много там факторов есть, которые влияют на сами результат. И травмы, и легионеры, как они адаптируются потом в течение чемпионата. Многие ваши ведущие футболисты уходят. Ну, может быть, следующий сезон будет более удачный. За вас. Ваши игроки много лежали в поле. Это физические, это слабости или чем причина? Я, честно, не видел, что они много лежали. Только из травмы и определенных ситуаций, которые опаснее. Там не видел, я не знаю, что не говорите, как грубо играли, как может судья не реагировал в вот этих ситуациях. Просто я ожидал некоторое нарушение, которое не было. Но я не могу сказать, что мы специально это делали. Просто нагрузка была, давление и нарушение, конкретно нарушение. Судейство как вы оцениваете? Ну, я думаю, каждого года улучшается судейство, но всегда, вот сами все знаете, читаем, что много претензий от всех. Просто мне жалко, если судейские ошибки влияют на команды, которые, например, борются за выживание, если эти ошибки конкретно будут влиять на результат. Ну, мне жалко, например, конкретно вот этого года, сами знаем, Бухара, несколько раз явные ошибки, комиссия это решила. Мне жалко, что такие ситуации происходят, но все равно должны стараться каждого года улучшать. Я не говорю, что эти ошибки специально делают, просто так, это факт. Судья, чем прошлого года, в этом году слабо участвовал в чемпионате. Ну, чем это причина? Я не могу сказать, что слабо выступал. Просто я, честно, могу сказать... Или позже приняли? Нет, я вообще доволен, какой футбол мы показывали. Мы с лидерами, вот второй круг, показывали хорошую игру и набирали очки с командами 105. Футбол всегда мы стараемся играть. Всегда играем конкурентоспособно с любым соперником. Даже игры, которые проигрывали, это было связано с индивидуальным ошибками, более чем с коллективной игрой. Поэтому у нас всегда и моменты, и много ударов, и контроль, эта статистика показывает. Я думаю, что мы на правильном пути. Много молодых футболистов проявились. Я думаю, фундамент есть за следующий год, это более важно. Я думаю, что это процесс. Я только не смотрю сезон за этот год, потом в январе буду заново делать следующий. Я это по-другому
работаю и буду работать. Значит, это команда, которая следующий год должна играть еще лучше. Много молодых уже проявили себя и набрали опыт, поэтому следующий год фундамент, уже сказал, есть. С несколько усилений, я думаю, эта команда может выступить на голову лучше. Желаю успехов. Тоже я вам. До свидания. Спасибо.